В общем, друзья, не очень все хорошо с Хатом. У нас почти уже закончился курс таблеток, антибиотиков необходимых, которые он пьет от цистита и от бактерий в мочевом пузыре. Но стало хуже. То есть какое-то время он ел, мы уже обрадовались, что вот, таблетки же мы получили, все будет хорошо. Но есть он отказался со вчерашнего утра. Что я ему только не предлагала. Вот он утром поел последний раз, потом ни кашу свою любимую с мясом, ни консервы собачьи, которые лечебные и просто, которые очень вкусно пахнут. Еще он перестал писать сам, мы выживаем его катетером. У него идет отслоение слизистой оболочки мочевого пузыря, выходят иногда куски, но чаще всего он выжимается, то есть мы давим ему на мочевой, моча выходит. Сейчас этого не происходит вообще. Все стало очень плохо, приходится засовывать ему катетер несколько раз в день и выкачивать с помощью шприца. Не знаем, что с ним происходит, это все, конечно, очень плохо. Прям ужасно. Хатик, ну что с тобой такое? Такой маленький. И там вон двое тоже что-то ищут. Бля, не дает поесть. Ой, ты весь покусанный. Ой, господи. Ты такой маленький. Сейчас покормим. Я так понимаю, тут два семейства. У меня тут колбаса, купленная для Хата. Сейчас попробую дать им. А вот это и ухо отгрызано. Малышка. Сейчас дам колбасу, сейчас. На, маме колбасу. Угу. На. Всем достанется. На, вы еще кормите, смотрю, у вас сиськи такие. Ой. Чего решил подойти? Лучше бы тебе это съесть. Нет, ты посмотри, колбасе тянется, подожди. Сначала мамы поедят. Ой, какой злой. Граня рычала на меня, не подходила. Подожди, нет, дай маленькому. Блин. Так. Все, вроде все получили по кусочку. Мамы побольше, потому что они еще кормят, да? Хорошие такие, блин. Это ж сколько тут собак. Ужас какой-то. На, теперь продезинфицированный этот катетер. Я уже говорила, что он опять перестал писать сам. Да мы вчера уже его выжимали, просто очень неудобно. Я сам как выжатый. Еще пришлось его вот это вот. Сейчас будем продолжать. Вот. И ждем, когда нас запишут на УЗИ. Может быть, завтра
Поедем, посмотрим, подожди, что там куда происходит. Куда нужно было? Туда, да? Да-да-да, все правильно, так, все правильно. У нас уже курс таблеток закончился. Да, понятно, уже все, короче. Ну, поедем, посмотрим на УЗИ, что происходит. Вообще лучше не стало. Если в прошлый раз кровь прекращалась, то сейчас вообще ничего. Еще и что-то там, видимо, опять тяжело идет. Она не прекратилась, отслойка. Так я же говорю, у него такая отслойка, что получается, ну, забивается. Просто ужас. В этот раз вчера я даже вставляла более-менее нормально. Сейчас все идет с огромным трудом. Слух, потому что. Не знаю. Ну, все терпит. О, он, видишь, пошло. Да, угу. Он на обезболе уже, просто что с ним делать, как его знает. Тихо-тихо. Вот, видимо, да. Кто-нибудь поддержит? Дошло. Ну, проще говоря, может, кто помнит, когда мы забирали его из стационара, у него другие бактерии были. Антибиотики, уже вот на половине курса у него перестала идти кровь. И отслоение перестало идти. Сейчас же мы пропили два антибиотика для его бактерий, которые в мочевом. И никакого эффекта. Угу. Ничего вообще. Он опять перестал есть. Уже, казалось бы, все. Капец. Что? Надо промыть чем-то, так не сможем. Видишь, оно там забито. А? Капец, это оно слизь. Моча это слизь уже. Давай немножко. Хлоргексидин? Да, хлоргексидин. Буквально там чуть-чуть. Все. А что? А, ты слить хочешь? Угу. Сливаю. Бутылку выйду. Вот бутылка. Куда тебе? Сюда? Наверное, да. Давай. Что? Не буду же я напрям. Капец, сколько слизи. Просто да, ужас. Слизи. Глянь. Да я понимаю. Давай, я буду делать или ты? Да давай я. У тебя сил хватит. А, ну, отделение. Давай ты. Мне не хватает, значит, сил. Ну, значит, надо промывать еще. Сразу бы я отсасывала, зачем ты сама? А, да? Конечно. Ну что за капец? Просто плотной слизью идет, оно не отсасывается. Оно пробивается туда и не выходит. Капец какой-то. Это просто жесть. Ладно, давай, не надо. Ничего не идет просто вообще. Блин. Фу, я не могу так сидеть. Я не знаю, что делать, из него не уходит ничего. Более толстый нужно вставлять. А более толстый не влезет. У него там еле-еле проходит и так, как будто там все воспалено очень сильно. Капец, это пена просто со слизью. Ну, вон там что. Посмотри, куски творится. Кошмар. Фу. Я не знаю, что с ним делать. Пес какой-то. Фу, бляха-муха. Давайте, ну, давай, сливаем или что, сюда? Ну, да. Ну, ничего. Ничего не я не вот на всю натягиваю, как могу. Давай я подержу своей рукой. Ну, хотя вот я на всю натянул. И что толку? Ничего нету, видишь? Да. Ничего не идет совершенно. Вот оно.